Дункан. А он везунчик. Наконец-то! Я боялся, что тебя схватили некроманты. Они повсюду. Ты не знаешь, как попасть в некрополь, минуя битву? Я нет. А вот кузен Перси знает. Ты урод, прям не могу. Заклинание кривое, это просто невероятно. Оно бьет вот явно не туда, куда я мечусь, блин. Пипец, оно медленное, просто кошмар. Надо, короче, знаете, этим заклинанием огненным, этим стрелами, не вообще отлично лупят. Простите, а будет сегодня что-нибудь? Вон, смотрите, я на... Я теперь просто на него пальцем показываю. Нормально, отлично. Игра вообще не багованная ни разу. Вон он. Все видите, вон я на него пальцем показываю. Вот он, мерзавец этот. Боже мой, что с игрой произошло? Ну все, жопа. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Dark Messiah of Might and Magic. В прошлой серии мы полностью прошли этот храм, нашли тут эти орантировские все эти планы, черт возьми. Вот, и Лина сказала, что тут посторожит, вот, мы пока, хотя кого, от кого тут сторожить, я не знаю, мы тут вроде всех перебили уже. Вот, и нам надо идти в портал, что мы не применем и сделать, давайте. Так. Да, вот два нам очка дали, кстати говоря, 6. А у нас... да, еще одно очка никак. Верни 100 хп по каналам снабжения. То есть тем же самым путем, которым мы и приходили... Ой, в прошлый раз убегали, да, с кристаллом. Давайте так же сделаем. Вот, и сейчас начнется в Стоунхелме, в этом движуха. Там секреток просто невероятное количество, блин. Вот, поэтому... А, подожди. В этот раз тут закрыто, черт возьми, значит не туда. Но в любом случае... В любом случае. Так, наверное, нам сюда, да? В этот раз эта дверь открыта, я понял. Глава 9. Пылающий город. Ну, давайте. Не дай Лине себя запутать. Ей неведомо, кто ты такой. Иди ты в жопу. Она использовала тебя, чтобы достичь своих целей. А теперь хочет, чтобы ты отверг свой род и свою судьбу. О, да. Похоже, всем женщинам от меня что-то нужно. Вот уж точно. Не для себя стараюсь, для нас обоих. И поверь, ты будешь только рад дать то, что мне нужно. А я... А, ну под водой, наверное, с заклинанием с этим нифига, да? Так, ну-ка. О, здорово, бивень. Не ходи туда. Не ходи туда. Ты приведешь сюда упырей, и тогда нам конец. А прикинь, реально, сейчас я зайду, вот, и там будут упыри. Вот этот прикол. Прекрати! А если не прекращу? Ладно. Я, конечно, понимаю, что нам ничего за это не будет, но душевные раны никто не отменял. Ладно, поперли давай на поверхность. Посмотрим. Упырей. По крайней мере, хотя бы свет дневной увидим, елки-палки. Дункан. А он везунчик. Наконец-то. Я боялся, что тебя схватили некроманты. Они повсюду. Ты не знаешь, как попасть в некрополь, минуя битву? Я нет. А вот кузен Перси знает. Ему знаком каждый дюйм городских катакомб. Я предупредил его о тебе. На тот случай, если со мной что-нибудь случится. Фига. О! Братан, подожди. Нет, Дункан. Ха, теперь уже бывший везунчик. Обалдеть. Что ты подгорел, братан? Блин, пипец маны жрется, конечно. И плохо, что не видно ни черта. Блин, вообще ни черта не видно из этого огня. Он, конечно, крутой. Ну, черт возьми. Ладно, интересно, мне... О, кстати. А интересно, мы реально Дункана сможем спасти или нет?
Тункан. А он везунчик. Блин, нас охранится. Наконец-то. Я боялся, что тебя схватили некроманты. Они повсюду. Ты не знаешь, как попасть в некрополь, минуя битву? Я нет. А вот кузен Перси знает. Ему знаком каждый дюйм городских катакомб. Я предупредил его о тебе. На тот случай, если со мной что-нибудь случится. Так, ну-ка. Давай. А, он все-таки, смотри, он прям прет вообще, да? Умри! Нет. А, он просто с удара, смотрите. Теперь уже бывший везунчик. Он вообще просто с удара. И все, ну ладно тогда. Тем более еще и реплика этой дуры. В этом. Ага, здесь прям бесконечно это, да? Так, ну подожди, нормально. Оу! А кстати, эти дрищи сюда пролезут или нет? О! Слушай, они сюда, походу, не лезут. Как хорошо-то. О, они ползают. Меня вообще не видят, да? Ну и жопа у тебя. Карапов. Так, все, сдох. Пойдет. Так, тут у нас целая гора. Блин. Целая гора секреток сейчас. Так, все. Так, этот вроде видит. Так, погнали. Тут у нас целая гора секретов. По-моему, вот отсюда, начиная прямо. И этих дрищей всех можно за... А, нет. Блин, что, сюда нельзя, что ли? По-моему, сюда можно было. Блин, я, честно сказать, не помню, где они все. Секрет? Не, походу, сюда нельзя, да? Да, сюда нельзя. Да тихо ты, тихо! Блин, тупая лестница, просто пипец. Зараза. Короче, надо сейчас смотреть во все глаза. Где-то там у нас где-то есть секретки. Падла. Ну вроде они не сожгли. Какого-то лешего я на лестнице стою. Обалдеть. Так, у нас сейчас главное на один залп. Короче, что-то сломалось. Блин, пипец, игра баганута, а в хлам просто. Я просто посреди лестницы почему-то, блин. Так, тут закрыто, да? Так, у нас, в принципе, давайте тогда, наверное, его заковыряем. У них там двое, да? Их бесконечно будут переть. А вот так сделать. Отвлечь их. О. Так, и вот здесь вот. Вот она. Вроде как они не должны сюда забраться. Да, первая секретка здесь вот. Вот, все, вспомнил. Так, все, погнали. Тут целая гора их. Вот она. Так, тут не пропускает. Можно отсюда популяться в них. И как раз таки мана, замечательно. Так, кстати говоря, давайте сразу тогда... Подъедим все. У нас еще целая гора заклятий этих. Надо бы тоже, наверное, пользоваться уже. Так, куда тут? Тут еще, по-моему, продолжение откуда-то идет. То есть можно вылезти вроде как здесь. Да, вот сюда. Тихо, тихо. Как же он быстро бегает. Так, тут, наверное, лучше стрелять. Этим дрищам. Управление, конечно, атас. Надо, короче, вот так вот делать. Блин, эти пипец туда убежали куда-то.
Так, вот еще одна секретка. Здесь как раз таки спуск. Так, что-то взяли еще. Спуск к ним. Ловец душ. Вроде как это он, да? Вот, и там уже, короче, к этим можно спуститься. И вот к ним. Вниз. Так, но лучше сначала их всех перебить. Я точно не помню. Так, давай, иди, разбирайся. Интересно, далеко берет? Больно уж они крепкие, блин. Блин, вот непонятно, далеко берет или нет. О, нифига. Ты покоцанный уже? Нифига. Все, пойдет. Сразу очистился, блин. Так, ну, все, их тут, значит, конечное количество было, а то просто пипец был. Так, у нас где-то, кстати говоря... А, все-таки... А, нет, все верно. То есть вот отсюда мы падаем, все нормально. Так, тут вроде как больше некуда идти, но все равно сейчас все просмотрим. Так, надо сразу покинуться. Так, окей. Еще балки надо смотреть. Я, честно сказать, не шибко помню, где у нас куда идти. Вернее, где секретки у нас. Вот, поэтому... Будем так, поэтому по наитию. Так, ну тут вроде как за эти штуки не зацепляться. Давайте еще раз проверим. Можно вроде как типа на балкон. Да, он за них вообще никак не цепляться. Так, здесь мы были, получается, да, отсюда вышли. Так, ну все, пошли тогда дальше. Так, куда теперь идти-то дальше-то, черт возьми. Я не помню уже даже. Так. Там закрыто у нас, да, и получается некуда идти. Да. О, блин, пипец. Вот туда нам надо, во. Как туда попасть-то? Так, что-то, блин, подожди. Ни черта, не помню. Ха-ха, не помню, куда идти-то. Где-то здесь, что ли? Тут вроде ничего нет. Блин, а куда идти-то? Так. Наверное, нам надо все-таки... Да подожди, я... наверх, по идее, это у нас секретка была. То есть нам не наверх. Выход у нас там с другой стороны тоже его не было. Нам вот сюда надо. Как туда попасть, я не помню. А, ну вот с этой стороны, видимо. Все-таки, видимо, это не секретка получается. Так. Ну ладно, тут заберемся. Да иди в жопу. Хорошо хоть эти... Хорошо хоть эти лоботрясы тут непостоянно идут. О, нифига себе, заколбасило. Вот опять этот баг чертов. Вот сюда нам надо, да? О. Так. И... Да-да, вот, все нормально. А, я ж думал, драться со мной будет сейчас. Ты заплатишь за все, дай только добраться до тебя. О, ну и переделка. Я уж был готов распрощаться. Ты уже мертвец. Че, все, жив? Что-то как-то быстро он помер-то, блин. Так, тут вроде... Вернись и сражайся, как ты, зараза! Лучше бы этот с собой пожертвовал, крыса. На что ты способен? Блин, у нас, конечно, плохо, ХП очень мало. У нас просто буквально с удара. Стопни. Давай, братан, разбирайся. Хорош. Сражайся, как мужчина. Так, ну теперь точно хана ему. Все? Что-то надо бы такое придумать. Вот типа такого, потому что более уж они сильны, блин. Интересно, тут можно как-то пробраться? Через огонь, наверное, можно.
А сейчас попробую. А, да-да, вот здесь секретка, вот она. Так, надо теперь этого дрища как-то. Блин, тут маны, конечно, пипец не хватает. Она очень медленно восстанавливается. По сравнению с тем, как мы ее тратим, это просто... Сколько их там? Еще и зомбарей там целая гора. Тихо ты. Пойдет. Ой, там этот зомбарь, что ли? Реально, пипец. Ой, да ты тупица, блин. Полез смотреть. Ха-ха-ха, болван. Ой, блин, пипец. Да подожди, ты не успел я. Все, иди отсюда. Иди вон там, дерись. Так, ладно. Давайте через верх. Здесь у нас секретка. Только я не помню, как сюда попасть. Вот, подожди, или здесь вот. А неужели сюда? Вот если сейчас сюда можно будет забраться, то это вообще-то негодую его. Не. Значит, вот так вот. Во. Вот здесь вот. Во. Точно помню. Тут как раз с этими дрищами. Только вот сейчас куда? Хрен его знает. Слушайте, подожди. А, да. Эти окна. Вечно про них забываю. Просто пипец какой-то. Точно, точно. Так, вот она, секреточка. Так. Блин, баллон. Так, ну ладно, тут все взял, в принципе. И у нас еще дальше тут вот есть. Сюда можно спуститься. Как раз таки все взяли, да? Так, окно невыбиваемое. Так, здесь у нас щеколда и... Здорово. Так. Да. А ты, значит, Перси? Ты знаешь дорогу в Некрополь? Я, конечно. Система водоснабжения. Я там работал. Я покажу тебе путь через шлюз. Как нам туда добраться? Как? Скажи скорее. Скажи. Какой настойчивый. Да. Посреди дороги сидит циклоп. Пока он там, дальше не пройти. Я смогу открыть шлюз и впустить тебя внутрь. Но по улице бродит восставший циклоп. Пока он не уйдет, я туда не ногой. Если ты, конечно, не знаешь обходной путь. Я с ним справлюсь. Прибереги силы для Арантира. Так, все, у нас 8 очков, отлично. Так, а мы можем тут выйти? Да, мы можем, да, походу? Подожди, а можем как-то... А, хрен тебе лысого, да? То есть, получается, мы там что-то проворонили. Давайте-ка тогда, наверное, загрузимся. Мне хочется, интересно, туда сгонять. Интересно, а как? То есть, получается, здесь у нас секретка, да? И мы можем вот тут этих завалить, лоботрясов-то. Может быть, тут что-то еще есть? Так, ну-ка давай, иди разбирайся. Так, это злодей, получается, да? Нашего пацана все завалили. Так, нам надо под адреналином его. Блин, такой мерзкий. Пойдет. Еще кто-то там. Как же они задрали, а? О, что-то они там бесконечные прут. Но мне охота вот туда сгонять. Мне хочется туда сгонять, посмотреть, что там есть. Давайте подеритесь. Мне хочется туда сгонять, посмотреть, что там есть-то такого. Да блин, какой неповоротливый этот осел. Он назад так отходит медленно. Да просто жуть. Просто пипец. Давайте вот так вот. Не будем искушать судьбу тогда. Просто понаблюдаем за победителем. Блин, ты задрал.
Блин, ну ты какой дек, а? Недоволен вечно. Так, ну, я думаю, маны нам хватит сейчас. Пойдет. Так, вот сейчас интересно. Что у нас там? Я понял, что у нас там. Походу они бесконечно, да, будут переть? Это, конечно, не круто. Если это так. Ну-ка, давай, иди сюда. Ух, как медленно. Пойдет? Блин, я реально как рыцарь иду. Дум-дум-дум, звук такой. А! Я, кажется, понял. Сейчас мы, наверное, постучимся здесь, да? И он, типа, дверь откроет. Так у нас там было. Все, пойдет. Но, по крайней мере, хотя бы узнали, что тут есть. Ладно, получается, да, все. Ну-ка. Здорово, здорово, это я. Не, подожди, окей, понял. Ладно, короче, туда нам в любом случае надо, да? Но мне хотелось посмотреть, куда ведет вот эта шахта, да? Вот, и мне еще интересно, вот здесь можно ли пройти. Вот здесь тоже что-то есть, да? Просто тупо в огне, но нам огонь вообще по барабану. Посмотрите, он отбирает вообще копейки. По сравнению с ударом противника, да? Просто небо и земля, обалдеть. Огонь вообще урона нам не наносит. А эти дрищи сносят прям с удара всех хп, блин. То есть на огонь не распространяется как раз-таки этот... как его... уровень сложности на огонь не распространяется. Кстати, очень хреново они тут заперлись-то, да, с этой щеколдой. Может любой открыть, обалдеть. Эй, да, ты видно, Сара. Да. А ты, значит, Перси? Ты знаешь дорогу в Некрополь? Я, конечно. Система водоснабжения. Я там работал. Я покажу тебе путь через шлюз. Как нам туда добраться? Как? Скажи скорее. Скажи. Потолки красивые. Какой настойчивый. Посреди дороги сидит циклоп. Пока он там, дальше не пройти. Это я знаю, уже слышал. Я смогу открыть шлюз и впустить тебя внутрь. Но по улице бродит восставший циклоп. Пока он не уйдет, я туда не ногой. Если ты, конечно, не знаешь обходной путь. Я с ним справлюсь. Прибереги силы для ориентира. Так, ладно, все, 8. И нам хватает на огненный шар. При попадании в цель на урон не только вымерз, но и фриски древины мгновенно убивают врага. Ну давайте. Давайте, чтобы был вместо вот этой вот пулялки. Посмотрим, что это такое. Так, ну давайте, мерзавцы, вылезайте. По 8. Так, у нас здесь, я так понимаю... А, не, нифига. О, кстати, смотрите. Такое ощущение, как будто здесь можно забраться через верх, да? О, я уже слышу этого дрища. Давай! Блин, пипец, надо было выбрать, а? Рядом с вывеской, с этой сраной. Даже лучше получилось, чем я... предполагал, сраная игра, господи боже тобой, да ты... О, пожалуйста, спасибо большое. Так, отлично. О, ой. Это я не то нажал. Я так понимаю, нам в принципе сюда надо было, да, идти? Да. А, не, нифига. Там обход. Ну ладно, окей. Блин, тут столько секретиков. Вот сюда, например, можно. Вот видите, здесь такая большая крыша, а вот здесь она небольшая. То есть, видимо, здесь у нас секретов нет, да? Здесь вот при любом раскладе. Ну, хотя, кстати говоря, если вот так вот стрельнуть, то, в принципе, можно попасть. Потому что стрела немножко... Она вообще, да, нет, сама. Ну-ка, так.
А, смотрите, хитро сделано. Здесь вообще никак не алло. Да. Здесь у нас не алло. Ладно, здесь получаться тогда никак. Давайте тут пройдем. Я так понимаю, мы можем что-то типа сверху на него, да, как-то? На циклопа на этого выйти. Так, у нас тут ничего нет. Окей. Так, и сейчас мы тут откроем, да? Нифига. Тоже нифига. Так, во, ключ. Это, во, обходной путь типа, да? Это мы этому дрищу открыли, окей. Так, но, видимо, у нас есть еще возможность завалить его. Там звук, конечно, жесть. Вот, не обязательно, убейте циклопа. Ха-ха-ха! Как это так? Как это не обязательно? У там кого-то калашматит. Фу, от него несет мертвечиной. Разумеется, он мертв и служит ориентиру. Целься в глаз. Приятное чувство. Обалдеть. Как бы его так, а? Надо, короче, так же найти. О, ну-ка. Приятное чувство. Офигеть. Убирайся, убирайся прочь. Фу, от него несет мертвечиной. Так, надо бы... Он мертв и служит ориентиру. Целься в глаз. Так, тихо-тихо-тихо. Сюда ты пролезешь? Эгась, это псих. Так, он прям, смотри, за камнем-то, за этим. Офига. Ты сюда иди, нет? О, нашли местечко. Так. Куда ты? Ты что там, придурок? Ну давай, придурок. Нормас. Блин, у меня маны не хватает. Черт тебя побрал бы. Так, что у нас есть? Свиток убежища. Заклинание убежища. Свиток молнии. Давайте-ка, наверное, молниями стрелять, я так думаю, да? Что у нас больно уж дофига свитков всяких. Так, нам надо, я так понимаю. Вот, чтобы он ударил вот так. Так ты, крыса, почему ты... Почему лук-то включает? Почему он включает лук? Я не понимаю. Это просто какая-то жесть. Вот опять включат. Этот урод включает лук. Меня это раздражает уже. Просто не могу. Ой-ой-ой. Извините, пожалуйста, надо сохраниться. Это просто какой-то пипец. Тупа, багнутая игра. Просто не могу. После свитка он включает лук. Это какой-то пипец. Тихо ты. Вот опять, а? Иди в жопу, придурок, блин. Сраное дерьмо, я прям не могу. Вот, видимо, здесь баг, знаете в чем? Свиток как предмет, он исчезает. И за неимением больше ничего. О, ой, блин. За неимением больше предметов он включает лук, как второе оружие. Потому что... Короче, жопа полная, не могу. Еще плохо держать нельзя. Ну давай, иди сюда, бы осел.
Ну давай. Ну, короче, проще из лука, вообще отлично. Он хотя бы заряжает луком и держит. А с этим, блин, короче, свитками он, ну, молнией вернее, он, короче... Ой, пипец. А, чтобы как-то он ударил. Зараза, а. Да, блин. Так, есть. Отлично. Ну, забегал-то, а. Ах, как же ты медленно назад идешь. Мне похрен, я умру, но я назад не отойду, блин. Ладно, так у нас тут восстановилось, давайте тогда. Блин, это пипец. Так, на, опять свитками. Зараза, ну просто пипец. Как же заклинанием трудно в него попасть. Это просто нереально. Хоть реально из лука стреляй. Ты урод, прям не могу. Заклинание кривое, это просто невероятно. Оно бьет вот явно не туда, куда я мечусь, блин. Пипец, оно медленное, просто кошмар. Надо, короче, знаете, этим заклинанием огненным, этими стрелами, не вообще отлично лупят. Которые маленькие, вот эти. Во. Ими прям вообще кайф стрелять было. О, кстати, у нас они есть вообще-то? Огненная стрела или как она? Огненная стрела. Нас посмотрим сейчас свитки. О, кстати, ослабление. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Что это вообще такое? Давай, трещи, иди сюда. Я понял. А, походу... В глаз его. А, смотри, что-то с ним колбасит его. Так, что-то какая-то лажа. Во! Другой разговор. Надо, короче, чтобы он этот... Давай уже, придурок. Не готовы к использованию, серьезно? Что значит не готовы к использованию? Как ты меня бесишь? Не готовы к использованию. Что это значит? Почему не готовы к использованию? Я не понимаю. Не готовы к использованию? Это какой-то баг? Блин, какая же багованная игра, это просто кошмар. Вот опять что-то там переключил? Не готовы к использованию? Чё это за хрень? А-а-а, ты меня не беси! Все, пацаны, у меня все сломалось. Я хрен его знаю, что это за дерьмо. Может, я какой-то механики не знаю? Но у меня не готово к использованию заклинания. Это, конечно, начинает бесить уже. Это самая багованная игра на моей памяти. Это просто невероятно. Теперь сломалось все окончательно. Вот опять не готово. Это, мне кажется, вот с этим связано. С чертовым шаром. Вот видите, он подготавливает. Наверное, он не успел тогда его подготовить. Вот, и я... типа, ну, заменил его. Что-нибудь типа с этим связано. Во, наконец-то. Смотрите, как легко. А! Вот так норм будет. Так, ну давай на пятерку, что у нас там? Надо свитки все пользоваться. Использовать уже.
Блин, как? Насколько проще, а? Из лука стрелять. А тебе в рот. Блин, вот шаг сделал, и все, я просто сразу перестал попадать. Ты че остановился-то? Вот это да, это самая дерьмовая битва, которая только может быть. На тебе. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай. О, пошло дело. Ух ты, зараза. Я думал, у него типа можно так постоянно его лупить. Ничего не будет. Аккуратнее, короче, в ярость впадает какую-то. Ну давай, давай. Так, все эти у нас закончились. 20 банок с маной у нас, кстати говоря, поэтому, наверное, тогда используем. Иди сюда, вру. Блин, почему он включат? Как же это трудно, а? Вот то вот почему он лук включил? Так, отлично, мимо, да? Ну давай, ну. Хорош. Тихо ты. О, наконец-то. Что, не все, что ли? Тихо ты. Тебя хоть можно завалить-то, придурок? Так-то не обязательно миссия-то есть. Фу, блин, офигеть. Так, что у нас еще есть? Свиток заморозки, давайте попробуем им. Подожди, это... Тоже медленно, ну по. О, баребух, давай. Так че не стреляешь своим свитком-то, тупица? Боже мой! Вот, у меня свиток этот самый. Отмер, то есть КД у него прошло. Он им не стреляет. Конец. Блин, жуть, конечно, пипец, вот это ходячая. Так ты можешь не отстрелять этим сраным. Надо, короче, видимо, поменять вот руки закоченели. Вот, они закоченели, и только тогда, видимо, он стрелять может. То есть, надо непосредственно... Ой, короче, полная жопа, ладно. Видите, у него руки не коченеют, то есть он не считает заклинанием. Поэтому надо каждый раз переключать. А, во-во, все нормально сейчас. Так, ну у него, походу, этот бесконечный. Ладно, у нас мана восстановилась. Только ради этого. Простите, а будет сегодня что-нибудь?
Вон, вон, смотрите, смотрите, я на... Я теперь просто на него пальцем показываю. Нормально, отлично. Игра вообще не багована ни разу. Вон, вон он, все видите, вон я на него пальцем показываю. Вот он, мерзавец этот. Боже мой, что с игрой произошло? Ну все, жопа. Ой, блин, пипец, как же это бесит. Все, пипец. В общем, смотрите, если включаем свиток заморозки, и у нас руки после выстрела становятся белым, то есть вот так не замораживаются, у нас ни одно заклинание больше не будет работать. Вот это, да, вот это баганутая игра, жесть. Так, есть. Ой-ой-ой, сейчас ударит. Так, ну-ка. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Да ты тупица. Блин, офигеть он мощный. Может, все, слушайте, может, его так просто нельзя? Может, как-то на его заколбасит именно? Офигеть, он зверь! Маг, нам надо магией стрелять. Блин, интересно, как-то можно его завалить? Может, его как-то надо по-хитрому, типа, скинуть куда-нибудь? Что-то он все сюда идет. Я уж весь глаз его выстрелил. Может, он как-то ХП регенит, что на, постоянно стрелять в него? Офигеть! Вот это дичь! Давайте посмотрим, может быть, что-то она реально сделает тут вот? Блин, что-то тут колча... О! Вот, наверное, где надо! Офигеть! Вот, наверное, где надо! Слушайте, вот, наверное... Здесь, наверное, пара анимаций и все. Вот, наверное, где надо было его. Или, возможно, здесь надо мечом его ткнуть. Ну-ка. Вот так, наверное, надо. Ага. Ух ты. Это анимация еще, смотрите. О, прикол. Прикол, прикол. Да иди в жопу, блин. На, короче, из того угла. Слушайте, так получается вот так надо. Может быть, даже мечом надо именно. Сейчас попробуем тогда этот врубить. Я понял. Потом как-нибудь. В общем, если мы вот так стоим, он нас не трогает вот в этом углу. Вот так вот, да? Ну-ка. Так, нам надо, получается, попробовать каким-нибудь вот эти вот.
Посох отражения, давайте вот эти посохом. Алло, Бивень, иди сюда. О, не задел. Ну давай иди сюда. Блин, короче, точно в двери в этой. Блин, обалдеть. Неужели реально надо стрелять? Ой, вернее, надо бить именно. Офигеть. Если так, то это дичь, конечно. Ага, два раза можем, да? Все. С тех пор, как мы впервые пришли в Стоунхелл, я многому научился. Как ты силен. Офигеть, он мощный, конечно, был. Ну давай, подыхай уже. Ну так чего, придурок? Может, его надо помочь ему? Может, бесконечно будет? Ну все, все, драматизм-то тут просто пипец зашкаливает, шекспировская. Боже ты мой, боже мой. О, такой джип. А. Ну ты крендель, конечно. Жесть. Блин, а вот интересно то, что я ему урон наносил. А это вообще считалось или нет? А прикиньте, просто надо было 4 раза вот здесь вот запендюрить ему в глаз и все. Нифига себе. Вот это дичь. Вот это дичь, вообще просто... Так, это все дальше у нас, я так понимаю, да? Ну, а мы могли в обход обойти, да? Но как раз-таки для этого и сражались с этим мерзавцем. Просто, конечно, пипец. Кстати говоря, вот здесь, наверное, еще можно было бы, да? Ага, эти все сбежали. Фу, вот это да, вот это да. Но, так, что у нас получается еще, да? А, одно очко, ну что-то нам ни черта не дали. Отлично! А теперь идем! Да идем, идем! Просто обалдеть! А вот сюда! Отлично! Отлично! А теперь идем! Так! Мужик! Погоди, тут походу у нас... Да. Походу это у нас вот это вот... Где мы были, да? А нет, тут какая-то секретка! Так, ману забираем, это очень хорошо. Как же тут темно. Так, у нас там что-то наверху есть, да? Ощущение, как будто вот тут можно как-то забраться. Слушай, а как-то можно наверх забраться? Видите, какие-то эти? А, во. Для дураков. Так, тут у нас... Чан какой-то стоит. Я так понимаю. А, во, смотри-ка. Это, наверное, либо отсюда можно было в обход обойти, да? Либо это секретка еще одна. Так, это секретка. Да, секреточка. Отлично. Так, что-нибудь тут есть? То есть мы как раз ключ подобрали от нее, да? Как это пойдет? Ну чё, круто, круто. Что-нибудь есть? Целебное зелье? Ни черта нет. Еще одна секреточка, прекрасно. Все, пойдем отсюда. Блин, ну вот, конечно, вот такие битвы, они классные. Что это такое? Вот такие битвы, они освежают, так скажем, игру. Очень неплохо. Но, блин, баги вот эти вот с заклинаниями, вот эта вся шляпа, это, конечно... Не очень. Так, тут еще одна, кстати. Это еще одна.
под конец серии, да, как раз. Блин, и ничего нет. Два шкафа, ни хрена нет. О, офигенная секретка, а у хоть что-то хоть. Целебное зелье, обалдеть. Вот это да. Вот это секретка, я понимаю. Так, я так понимаю, мы отсюда пришли, да? Это самое начало. Да, это самое начало. Все. По крайней мере, секретки мы разобрались теперь. Вот этот ключ, который мы подобрали, да, он как раз-таки от секретки. Так, это у нас тоже самое начало, да. Так, где там? Блин. Вот тут столько всяких лазеек, это просто пипец. На везде нос сунуть, вот чтобы не этот самое. Ну, классно, что этого победили. Четвертого. Нормально. Так, тихо. Теперь валим. Так, мужик, ты подожди. Тут больше секретов нет. Это, я так понимаю, куда-то в другой, да? Ага, это проход как раз, отлично. Все. Прекрасно. Главное, что мы с ним расправились, это прям вообще супер. Кстати. Кстати, не обязательно окунитесь в благословенные воды святилища и лав, и сходите, очистите душу от заны. Во, вот эта тема. Вот эта тема. Но, меня еще интересует... давай сейчас быстренько загрузимся. У нас тут еще был этот проход, где этот дрич-то пробегал, да? Мы там не посмотрели, то есть вот здесь. Надо бы еще глянуть. Ой, ой, ой. Уже хорошо, что здесь вода. Вот здесь еще тоже секретка есть. Я забыл совсем про нее. Вот там, короче. Вот там секретка есть. Сейчас я покажу. Вот здесь гриб. Но у нас, по-моему, через этот можно пройти, но... О, кстати... Интересно, можем вот эту вот фигню отсюда пройти? Как-то здесь у нас еще точно, я еще вспомнил секретку одну. Я еще одну секретку вспомнил. Так, у нас... Мы можем вот так вот сделать? Она, по-моему, должна падать, но она должна в другую сторону падать. То есть, походу... Вот нам надо обратно. Сейчас давайте быстренько сгоняем. Я вспомнил, тут еще одна секретка есть. Там над обрывом, как над мостом или над обрывом, там тоже челобасики. Сейчас быстренько там под конец серии покажу. Пока вспомнил. Хочется просто везде побывать. Вот, чтобы полностью игру пройти. Слушайте, мы... Почему так бесшумно, что ли, под этим ходим? А, мы все уже не посмотрим, да? Там в начале, короче... Была это... как ее? Блин, походу все, слушайте, походу обосрался. Там еще одна секретка была, ну... Блин, ну там вроде все в банке всего, то есть не особо что есть. Вот, вот эта штука, да? Она вот здесь вот, вот. А, вот она. Блин, все нормально здесь. Все нормас, не обосрался. Так, где тут быстрее это будет? Черт, я побрал. Тысяча чертей. Давай уже беги. Здесь проход-то этот скрытый. Вот здесь вот. Вот он. Вот. И здесь как раз-таки будет... Ну, да, я понял. Здесь секретку нам уже не посмотреть. Она там была в самом начале. Вот. И там банка. И все. Больше ничего не было. Поэтому я думаю, что тогда наплевать. Вот, и вначале, наверное, следующей серии, потому что неохота это уже затягивать. Я, наверное, загружусь и покажу вам ее, вот, чтобы сейчас время не терять. Вот, а потом уже дальше тогда пойдем по этой. Не буду больше показывать, время затягивается, а секретки такие, секреточки. Ладно, все тогда на этом. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребяшки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всего самого хорошего и всем пока.